В Самаре издавна особое отношение к театру. Ведь это купеческий город, и публика здесь более избирательна. Самый первый фестиваль прошел в городе в 2013 году. Инициатором выступили Дмитрий Азаров, Ассоциация городов Поволжья и городская администрация. В этом году нас суд зрителей представят 16 постановок. Будем смотреть, куда движется наш российский театр сегодня, потому что театр живой. Мы должны куда-то двигаться. Вот будем отслеживать, куда он движется на сегодня на примере «Приволжского театра».